Оля, всем привет! Всем привет! Вы на канале Никтуба! Сегодня меня Маша пригласила в гости. Привет, Маша, привет, медведь! Почему вы такие грустные? Я грущу, потому что у меня нет детской площадки. Ну, хотя бы горки маленькой. А почему медведь грустит? А медведь грустит, потому что у него нет огорода. А ведь он так любит клубнику. Это не беда, я знаю, что сделать. У меня есть идея. Сейчас я вам помогу. Смотрите, что нам блюдо везет. Ближе, ближе. Стоп. Это же горка для Маши и огород для Миши. А мне твоя идея очень нравится. О, тебе помочь? Все. Ты сам справился. Ник, я тебя не вижу за коробками. Вот ты. Целый огород? Ничего да. себе! А что там растет на огороде? Клубника, морковь. Он уже бежит, любопытный Мишка, подсмотреть, что же ты для него приготовил. Давай побыстрее откроем эти коробки и посмотрим, да, что же там внутри. Сначала эту. Сначала огород. Хорошо, давай. Смотри. Ух ты, сколько здесь всего. Наклею зайчика. Покажи мне. Очень классно. Зайчик уже забрался в огород. Да. Давай теперь посадим туда клубничку и морковку. Сначала мы посадим морковку. Да? Берем две детали, соединяем их. Ник, подай мне, пожалуйста, морковочку. Так, сажаем морковку. Вот она просто выросла на грядке. Выросла на грядке, да, вот морковочка. Когда семена посадили. Мне готово, все. Теперь посадим... Клубничку. Клубничку. У меня вот есть такой кустик. А теперь давай на кустик прикрепим клубничку. Да. Вот, посадили. Вот. Ставим корзинку с клубничкой. Это первый урожай нашего Мишки, да? Забор надо поставить правильно, чтобы хитрый зайка... не покушался на вкусную морковку. Забор стоит, теперь с другой стороны поставим. Забор. Да. Теперь нам не страшен хитрый серый зайка? Да, не страшен. Никогда. А кто там топотит? Это Мишка уже бежит посмотреть на свой замечательный огород. Вот он прибежал. Мишка счастливый, все прекрасно. День у Мишки сегодня удался. Ник, наша Машенька до сих пор грустная. О-о. Что же делать? Давай распаковываем ее наборчик. И детская горка. Да, теперь тут распаковываем. Распаковка! Ух ты! Молодец. Вон такой был. Да, давай. Неприятный. Неприятный? Давай разбирать коробочку. Ник, смотри, Маша и Медведь пришли посмотреть, как у тебя будет получаться. Смотрите. Делаем горку. Очень просто. Как у меня получается, это хорошо. Ты пока собираешь, а я наклею наклеечки. На что нужно? Да, наклеечки мы наклеим на вот эти деревья. И вот и на деревьях у нас появляется листва. Я продолжаю наклеивать листву на деревья. А что у тебя? Что ты сейчас делаешь? Вот видишь, я забор делаю. Умничка. Ник, работа просто кипит. А теперь забор. Давай его прикрепим сюда. Да. Готово. Теперь ставим эту штучку сюда. Ник, и осталось у нас еще посадить деревья. Да. Куда мы их посадим? Это сюда. Это сюда дерево. Это дерево сюда. А это вот сюда. Прекрасно. Это кто бежит к Маше в гости? Маленький пингвиненок. Давайте еще наклеим
Правильно, вот. Нет. Да, теперь сейчас еще наклеим маленького пингвиненка. Это Машин друг. Да. И он тоже вместе с Машей будет купаться в этом замечательном бассейне с горкой. И буль! Правильно, первым скатился с горки гость. Теперь на горку кто взбирается? Маша. Да. Топ-топ-топ-топ. Моя любимая горка. Моя любимая горка, да, сюда. Бум! О, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль! Люблю плескаться я в воде в жаркую погоду. С друзьями весело всегда. Поплескались, да? Да, не постояли ножкой. А где наш Мишка? Откуда? Где наш Мишка? Ну, Мишка, давай в воду тоже. Ох, боюсь, сейчас Мишка как нырнет в бассейн, так воды там и не останется. Вся вода выльется из бассейна. Бух. Что-то там мешает. Да, там мешает пингвинчик. Давай мы пингвинчика. Давай еще раз. Давай, пингвинчик вот здесь стоит. Под горкой. Ой, ой, я зацепила. Бульк. И на Машу брызг. И на Машу брызг. И побежала обратно на горку. Прыг-прыг-прыг, прыг-прыг-прыг. А ну-ка давай на Мишку. Бух. Теперь Мишка бежит на эту замечательную горку. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И Маша за ним. И Маша за ним. Мишка присел и сидя такой. Буль! И на Мишку. И на Мишку. Обратно Мишка, смотри, такой джих. И обратно. Буль! Маша устала слишком. Сегодня. Она бежит к кровати. А что это Маша делает? Прыгает. Ох, это моя маленькая хитрая Маша. Мишка, что ты там делаешь? Маша, мне здесь хорошо, я здесь ныряю, потому что на улице так жарко, а здесь водички так хорошо. А я привяжу. Ник, у Маши уже дневной сон. Да? Она так устала, что очень быстро заснула. Пусть у нее будет открытое окошечко, свежий воздух будет попадать. Ей будут сниться прекрасные сны. Сны. Не будем Маше мешать. Давай скажем ребятам пока-пока. Да. Пока-пока, ребята. Пока-пока, ребята.